А я в окно буду рыбачить. Хорошо в деревне летом. Хомячков как у тебя, сыновка? Раскладываю удочку. А мне что делать? Я тоже на крышу хочу. Ну, залазь. Давай поменяемся. Держи камеру. Я на крыше. Ребят, ты как? Я уже... Вот заходите в эту игру, потому что тут можно одному играть. Рыбак на месте. Вы посмотрите на видок. Просто каток как будто. Ребята, не забывайте. Только через 10 секунд. Если никто не зайдет, то ты один. Самые такие востребованные. Мы обязательно будем снимать. Вот 24 часа в день, и мы прям в России. Мы вот тут. Глент уже настроил удочку, передает Кобякову. Так, заброс. О, хорошо легла. Все еще будет нормально. Рыбка, у меня уже поплавок на месте. Рыбка скоро клюет. На самом деле очень круто проводить 24 часа в гелике, потому что мы идем на природу и по городу покатались, и с подписчиками пообщались. У меня вот такая анимация бать. И вы, ребята, в нашей компании. А все почему? Потому что вы приглашены. Вы подписаны на канал. Ну что, закидываем? Ух, ты мне всю рыбу распугал своим забросом. У тебя поплавок он опустился, потому что грузы ты разделишься. Нет, мысли. Поплавок, ты выжил неверный единичный плавка. Вот сейчас посмотрим, кто первую рыбу плавит. Короче, сейчас подкормим рыбку. И вот такой вот батон за хлебом. Сейчас. Ну что, рыбаки, рассказывай. Прошел час, и мы ничего не словили. Даже намека на поклевку нету. Что, за все время канала ни одну рыбу не словили? Предлагаю устроить себе пикник. Булочки для хот-догов есть, в принципе, Кобяков нам что-то понабирал себе вкусного. На крыше гелика разведем костер. Зажжем плиту. Пацаны оставили удочки в воде на случай, а вдруг клюнет. А сейчас мы делаем пикник на крыше гелика. Так, пацаны, я тут сосиски взял. Кетчуп. Сыр. Нифига себе, ты набрал. Масло. Есть. Горчицу. А это плита. Так. Клюет, пацаны. Ты чё, правило нуля? Сначала газ. Есть? Огонь. Обалдеть. Кобяков, держи. А я пока открою сосиски. Давай. Вот. Вы думаете, как пацаны, получить вот это? Ой, не туда пошел. Чуть поплавочек дернулся. Не знаю. Как получить все почти зажимы? Вот эти. Я вам могу показать то, что вот. А как вот это получить? Как вот это? Вот это мне не получилось. Я здесь. Это для всех три. Как первый? Заходим на четвертую неделю. Потом идем вот сюда. Вот я вам могу показать. И вот вы видели вот это? Вот. Вот. И вы просто идете. А у кого нету быстрого шага, то тогда можете просто. Вот. И вы получаете этот больше. Как получить того заразу? Как получить тот бэдж? Заходим на вторую карту. Идем через окно. Вот тут ключ спрятан. Берем его. Уходим. Телепорт. В школу Пика. Я не знаю, как это называется. Я на телефоне играю.